тренер сказал, что форма не дотягивает. И чтобы не ударить в грязь лицом, мне за 3 недели нужно успеть поднабрать мясо в нужных местах. Ну и протянул мне пластинку с фармакологическим препаратом. Я спросила у него, не вредно ли это для здоровья? Он сказал, конечно, нет, это не вредно, от этого еще никто не умирал. Решила прибегнуть к услугам персонального тренера. Все тот же гормональный сбой со всеми вытекающими из него последствиями. К сожалению, эта тема очень животрепещущая на данный момент. И все больше и больше обычных девушек, даже обычных клиентов тренажерных залов сталкиваются с этими проблемами. Но тем не менее, эту тему никто не освещает, а звезды фитнес-индустрии предательски молчат об этом. Так что, дорогие девушки, надеюсь, своим примером я донесла до вас, как не стоит делать, кому не стоит доверять. Делайте выводы, учитесь на чужих ошибках, берегите себя. Ведь тренируемся и питаемся мы все-таки для своего здоровья, в первую очередь. Прошло уже 3 месяца, а мое состояние улучшилось ненамного. Я пришла в тренажерный зал привести себя в форму. Но уже представляла, что для этого мне нужно будет пройти все эти круги ада снова. Конечно, я признаю свою вину и понимаю, что ответственность лежит полностью на мне. Ведь порой мы не задумываемся о последствиях и готовы пойти на многое ради достижения быстрых результатов. Не пропустите серию данных роликов, в которой Мария Вакуленко расскажет о том, как попала в руки к безграмотному, ужасному человеку, именующим себя персональным тренером. Он все сделал, чтобы у нее был гормональный сбой в организме, проблемы с печенью, серьезные нарушения по-женски. Это будет наглядный ролик, где Мария расскажет все подробно по полочкам. Я дам свои консультации на все сказанные слова. А также мой друг и серьезный доктор, гинеколог, эндокринолог тоже даст свои комментарии и показания, как и что нужно делать. Обязательно посмотрите серию данных роликов. Не попадайте в руки к безграмотным тренерам, людям, выкидышам от фитнес-бизнес-индустрии, которые заинтересованы только в конечном результате, как в конечном продаваемом продукте. И вы рискуете всем, самым главным, что есть у вас, это вашим здоровьем. Будьте внимательны, друзья. Здравствуйте, меня зовут Калинчев Алексей, я врач-эндокринолог, гинеколог-эндокринолог, диетолог и нутрициолог. Специализируюсь на людях, занимающихся спортом активно. Буду комментировать ситуацию для Егора Рубановича и его канала Heavy Metal Gym.